Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекари. Продолжаем записывать DBD-шечку. В этот раз у нас стрелок. Посмотрим, чем нас порадует сурвы. Очень, конечно, такое прикольное обновление с точки зрения того, что теперь постоянно можно манов вот так вот пачки подстраивать. Красота. Решил подкопить на парочку скинов за осколки именно для этого, для клоуна. Давно мечтал себе прикупить костюм на клоуна, это слоника и кошатника. Но, блин, даже учитывая, что это за осколки, 21600, это, конечно, дороговато. Вот что вот хочется сказать, реально дороговато. Но я думаю, оптимальная цена, учитывая, как они копятся, в среднестатистической вот игре, 10 тысяч. Учитывая, сколько персонажей, учитывая, сколько на них костюмов, учитывая, что еще, в основном ребята еще и на сурвов костюмы копят, поэтому, чтобы открыть все костюмы, 21600, это сколько надо играть? Это надо играть 21 тысячу часов, что ли, чтобы все скины открыть, это же бред. Так, у нас, соответственно, Гидеон, поехали. Гидеон. Сюда. Это, конечно, довольно изично. И стрелок — это тот ман, который ломает палеты, это обязательно. Ага. В любом случае, за любого мана в первую очередь надо реализовывать билд. Как бы это странно не звучало. Да, и при этом, конечно, не стесняются, чисто долбят на пробелы, как не в себя, как профессионалы. Ты ведь не умничай. Я видел, только поздно. Здесь как сложно за сурва играть, да? Нужны просто годы тренировок. Так, ладно. Карта при этом еще не шибко первой свежести, конечно, для такого мана.
Что самое смешное, на этом фоне сурвы реально считают, что это все из-за их скилла. А не из-за того, что игра сделана под них. Прям оскорбляются, когда говоришь очевидные вещи. А ты смотри какой, а? Молодец. А, стрелял хорошо. Но тут уже нереально было успеть. Молодец. Вместо того, чтобы ползти в палету, он из нее вылез. Скинет, это понятно, но все равно ее надо вешать. Да елки-палки. Пинганула. Да елки, ну это не серьезно уже. Он просто не регистрирует. Эта карта не для стрелка. У него элементарно тут нет скорости. Максимум, на что я мог рассчитывать, это минус один, и то вряд ли. Сто 500 палет и пати, и скорость 4.4, это 100% ты проигрыш. Тут никто не выиграет. Видео какое-то пришло. Не, это бесполезно. Не получилось, не получилось. Я не собираюсь делать вид, что мне типа не похрену. Еще выебывается. Дебилоид, сука. Давай, давай, пизды. Отличная карта, чё? Ничего ты тут за мана 4.4 бы не сделал. Никогда. Всем спасибо, ребят, за просмотр. До следующих серий. Всем пока.